В лечебно-исправительном учреждении для женщин, отбывающих наказание за преступления, связанные с наркотиками и алкоголем, открылся реабилитационный центр «Аврора». Это стало возможным благодаря Межрегиональному фонду помощи заключенным. Его проект «Территория партнерства» получил грант президента России на создание центров реабилитации в исправительных учреждениях. Не секрет, что многие из осужденных, сначала ведя асоциальный образ жизни, а затем находясь за колючей проволокой, утрачивают навыки жизни в нормальном обществе. В центрах реабилитации их будут готовить к возвращению. Тот, что открылся в цивильской женской колонии, уже 18-й по счету. Это отдельное помещение, в котором есть собственный санузел и кухня, комната для занятий и отдыха, кабинет психолога. В обустройстве активное участие принимали и первые новоселы. Очень много сделали наши девушки, которые работали. Они очень и очень старались. Вот даже мелочи какие-то, которые они делали, которые они старались, они долго сидели, долго приходили вечером, утром. Я знаю об этом, сколько они вкладывали сил в это. Занятия с психологом предусмотрены для всех осужденных, а их в ЛИУ-7 более 700. Но в центре реабилитации специальная программа, требующая немало душевных сил и времени. Находясь в состоянии длительной ремиссии, вынужденной ремиссии в местах лишения свободы, у них складывается впечатление, что они в принципе выйдут на волю и также смогут отказаться от приема химических препаратов. Но социум диктует немножко другие условия, под которые подстраиваться бывает трудновато. Здесь, конечно, будут направлены на то, чтобы их готовить к этим трудностям, какие-то моменты с ними обсуждать. Их внутренняя готовность должна быть в первую очередь. Перевод в центр реабилитации – своего рода поощрение. Бытовые условия в нем, если не домашние, то сильно отличающиеся от жизни в общежитии. Но главное преимущество – здесь есть возможность побыть наедине с собой и подумать о своей будущей свободной жизни. Переоценить вообще свои возможности, себя, самореализоваться, научиться ценить то, что раньше я даже не замечала. Комфорт, да, вот как вы видите, тут комфортно, уютно. И каждый человек стремится внутри себя этот комфорт приобрести. Оставить старую прошлую жизнь. И, я думаю, с помощью психологов, медработников, администрации я пойду по этому пути. И будет у меня все хорошо. Морально-психологическая подготовка в центре начинается за полгода до предполагаемого освобождения. И это дело добровольное. В других исправительных учреждениях Чувашии подобных центров реабилитации пока нет.